Всем привет, дорогие друзья! Это Warcraft 3, это 23 расы, получается защита, оборона, атака, сражение на одном острове. Со мной в команде находится Акакий. Всем привет! Ну и, конечно, сам я, Алекс Бонд. Всем привет! Напоминаю, что играем в Warcraft 3. Я, короче, немножко руина, но ты же не обидишься. Героев строим, да, первыми? Ну, желательно бы. Все, вопросов нет. Очень потная карта будет, возможно. Мы играем 2 в 3. Отлично, отлично. Играем, короче, смотри, я вижу, гибриды тут играют безликими. Я его спалил, короче, да. Я понял, я ожидал. Рейс сработал, все нормально. А я видел, ты специально это делал. У нас был новенький, все хорошо, сработало снова. Ну гибрид, ты зачем так сделал? Как думаешь, это план или нет? Да, ты сункуем куном. И Рэйм. Слышишь, че? Как тебе такой план? Или не особо? Ты позоришь великое имя. Ну, я пошел. Я бы не строил войска, точнее, строил бы на нейтральной базе. Так что считай, 2 в 3, вам хана, за меня мстя. Варио пишет, типа, он бы был бы бесполезным, грубо говоря, он строил бы войска и держал их на базе. Играли бы 2 в 3. Мы сейчас играем 2 в 3, но по факту 0 в 3. На базе нет еще. Так что ты не так понял. Да гибрид, я любя, не переживай. Если что, в прошлых играх появились все почти, там мне половина игроков дали али. А на ком он? Все хорошо. Он на безлигих, он тут строится. А Лидаримба? Не знаю. Ты не знаешь, что вообще тут имба, типа тут... Все такие, как пойдет. А где я тут еще есть дома, не знаешь поблизости, или тут ничего нет? Вот тут дом слева от нас, дом есть, вот там сверху не. Есть дом. Вот. Но этот тебе. Ну все мне. Тут вот чуть правее есть, там, вот там, в ту сторону, вот направо, там будет такое, церковь, не церковь, короче. Лесопилка, верфь, а че башня? А вот башня. У меня герой есть. Поздравляем. Так, пойду вот этот дом отобью. Иди дом отбей. Чё ты далеко уходишь, то если они нападут, ты далеко будешь. Ну, извините. Да я думаю, они не настолько быстрые. Ну, я пошел. Я бы напал. Ты хочешь со мной напасть на них или что? Нет, имеется в виду, что если они нападут, то снесут. Да. Я не понимаю, почему мы не можем сделать быстрое нападение. Вот в чем вопрос. Потому что с нами ты. Ну, сколько у тебя вов? Мое терпение подходит к концу. Я понял. Можешь не продолжать. Можешь не продолжать. Этот удар был ниже пояса. А гибрид покарай их за меня. Да, тут Акаки против гибрида, я так понимаю, и на меня Сункун с Рэем. Учитывая, что я знаю, как играет Сункун, мне уже страшно. Отмщение. Вот. Так и живем. Нифига себе, у меня дамага на героя. Неплохо, неплохо. Я напоминаю то, что у вас ограничение 2 героя, разве что. Да? Или нет? Да как хотите. Или ты хочешь, я просто не помню. Просто, ты же сам говорил. Ну там-то да. Мы играли с перевесом почти что там раза в полтора в 2. Ну, так у нас полтора раза перевес вообще-то. Ну тут да, ну как хочешь, в принципе, не важно. Короче, да. Ваше право. Мне без разницы, в принципе. А какие? Ты же не обидишься, если я скажу, что я вообще ничего еще не построил? Да я знаю, что ничего не построил, я же вижу. То я захватываю дома. О, полезный, пацаны, он полезный. Я полезный. Я полезный. Так. Нет, тут скоро захочу. Я полезный. Тебе послышал. Я же не кот. Все, хоть фу. Стрим прилег. Бывает. Надо ложиться. Он просто отдохнуть хочет, не мешать ему. Он устал, понимаешь, он каждый день, понимаешь. То есть стабильно. Стабильно каждый день. Так у тебя тоже никого нет, что ты мне говоришь? Кого нету? Воина. А, чуть-чуть. Я осмелился заговорить со мной. Ну ладно. Я еще так не научился, отстань. Зачем ты мне сейчас сказал идти строить башни? Я бы не пошел лучше. Я руина. Это, короче, человеческие башни, я их построил 4 башни, и чтобы их нагрейдить. А зачем ты вообще их там? Иди не строить башни, зачем ты вообще их построил? Чтобы захватить.
Так я тебе не говорил этого делать. Чего ты говоришь, что ты мне ты сказал? Понял. Ты мог меня отговорить, отстань. Так я даже не знаю, как ты их строишь. Я тебя спросил. Я этого не слышал. Ты врешь. Ну, я не услышал. Вот тут, вон там, с той башни, вон там полезнее будет. Да они слабые, ты видишь, 15 урона. Ну, что ману жгут. Это бесполезная фигня. Да почему, вроде героев в самый раз. Фигня. Кайфовые. Опять работа. Да я просто сильный игрок, что ты начинаешь. Сколько у тебя золота? 80. Не, знаешь, что понял? Я слабый, потому что я иду и туда, и сюда. У тебя вот сколько инкома зданий построено? Ноль. Я понял. Я так всегда играю. Ну вот я и говорю, я поэтому слабый. А я и туда, и сюда. Считаю, что инком для пусик. А сколько сейчас инкома? 200. У меня 275. Но при этом у меня есть армия, которую я могу сейчас и отбить нападение, если надо будет, и напасть, если надо. Ну это да, ну, значит, не, ну, это... Ну, не то я делать не собираешь, конечно. Заделка на будущее для нас. Вот начинаешь. Я буду знать, как строиться. Если что, боевым флотом вам обходить вот это вот все, вот, ну без этой крысятничества. Ничего не запрещено, но вот обходить не надо нас. Это уж чересчур будет. Так что давайте, обводитесь, снесите, пацаны, давайте. Уходить на другие острова, естественно, тоже нельзя, здесь понятно, это и так. Чего? Снесите, закончим это бедствие, да? Сейчас будет довольно смешно, если окажется, что они уже живут где-нибудь, даже какие-нибудь там в какой-нибудь Пандарии сядут, знаешь, с кайфом чисто коктейли пьют на берегу. Хорошо, мое терпение подходит к концу. Я бы в голос поорал бы с такого прикола. Ла, небольшой прикольчик, с кем не бывает. Их трое. Тоже верно. Ой, а тут крипы есть. Ух ты, и на них можно было пофармиться. Но не сейчас. Опять фарм пропустил, ну как так-то? Я даже не знал, что здесь крипы бывают, обалдеть. Надо знать. Стой, а как так? Я вчера вот этого пробежал как-то вон там вот. Там был дом. А, я, видимо, снизу убегал. Тут сейчас какой-то дом, видимо, будет. Или это просто ворота? О, дом. А вчера это такая... Ой, такаки. Вчера этот дом сорвал кто-то другой. Ну, я пошел. Так, я делаю лесопилку, делаю главку. А ты главку сколько уже раз глейдил? Ни разу. Понял. План капкан, значит. Так, инкомчик, давай. Вот-вот у меня будет еще одно здание, ура. Давай, Александр, держи на тебя. Ура, я сильный. Скин 25. А, все. Комчик капнул. Огонь и смерть. За мой народ. Что еще надо захватить, Акаки? Все, надо захватить все. А там есть еще что-то, не помнишь? Где там? Слева. Там, да, нет, вроде там есть. Нету. Вот там нету. Есть. Нету. А точно наверху, да. Ну вот, это восходит. Слева нету, а наверху вроде что-то было. Вот я как раз про него и говорю. Так, прикол в том, что я как-то заблудился, где тут должен был быть еще один замок, но не помню, где он. А или он тут наверху. Вот этот может. Надо считать Google карты, короче, иначе непонятно. Ну так мы сейчас сыграем здесь пару раз еще. И мы вообще тут все будем знать. Да черт, Лордерон, пока найдешь какой-нибудь путь, уже состаришься от этого. Ну да, есть такое. Хорошо. Хорошо. Так, смотри, у них у Рэя только 35 пока войск, так что нормально. Так, у тебя 11. Я, да, я полезный, у меня из них два героя. Очень полезный. Они просветочку кинули. Полезные. А куда кинули, прям на базу? Вот сюда. Знаешь, прям на базу. Ребятушки, если что, на стриме сидеть надо. Давайте все общий чат 328. Сейчас минус игрок. Опять работа. Это такая чисто байта вышня. Так, Корей приняли. Если будете подсказывать, кикну. Теперь все сообщения только в общий чат. Древесин приносимый. О.
Так, а как? Я полезный? Ага, ага. И не сказал ничего. Да, и там неприятно. Я у одного стану, второго стан. Короче, они тут меня не дали герой отвести. А что, у них много там? Так у тебя же больше. Хорошо. Почему у меня больше-то? Их-то там трое. А где? А вот они. Так. Я узнаю, терпение подходит. Да, не бывает меньше. Я знаю. Древо выращено. У тебя всегда либо больше, либо больше. Угу. Так, что у вас тут, мужики? Идите, стройте здание. Проблема в том, что я ему герой качнул. Это очень проблемно. Да очень, ты просто уже не понимаешь, а у него очень сильная массовка. Это очень фигово. Они уже проходят. Они идут. Секунду, а кто у вас играет на наге? Интересно. Они идут. А, ты еще не строил башню все-таки, да? Я вот только пришел строить. Ну, помянем. А толку от этих башен, там у них войска? У них 13-17 урон. Ну, я же говорю, жгут ману. Так у нас там ни войск, ничего нет. Так я пришел туда. Ты, блин, еще цвет какой-то, тебя вообще не видно на карте. Тебя просветили базу. Да, я знаю. Да нормально, что ты паришься. Сейчас мы их разнесем. Так, ГГ это. В смысле? Ну, в прямом. У них сейчас 100 лимита на троих. Ну, а у нас с тобой 30, нормально. У меня два героя. Сейчас приду, победим. Ты, главное, всех не убивай своих. У тебя же куча воинов вся. Давай делай воинов. Я начну. А я думаю, твои все лягушки, ё-моё. Нет. Так я там сразу, что у них на ногах играет. Чё за пипец? Чё у них гибрид такой жесткий? Зараза. А? Я еле нащупал твою главку. Чтоб, блин, когда, они вообще туда не это? Ну, я тебе о том говорил. А, ну у тебя ещё ни одного воина не построили, где твои войска? Ну, они строятся очень медленно. А, ну я понял. ГГ. Может, попробуем задефаться? Они нам главки пытаются снести. Так, мне эту главку уже снесли. В смысле, снесли прям в ноль? Да, у меня же главка тут стояла. А больше у тебя нет никого? Не. Думаешь, не сможем? Чем? Как? Тебе тоже главку снесли. Че у них по грейдам? 2-0. 2-0 у кого? Ну, без никого 2-0. Ну, как у меня, у меня 2-1 было. У других вообще нет грейдов. Блин, героя только построил, снесли. Я сделал этот телепорт и застрял в лесу. Мне не нравится телепорт. У них слишком много воинов. Мы такой не убьем. Так я тебе о том говорил. Да, они убили всех. Ладно, чё? Тут как неожиданно. Слишком